Встречаются Зарубежнефть и Inline Group. Зарубежнефть в зеленой форме, Inline в желтой. У Inline сегодня уже 3 матча проведено. 3-0 победа над РТРС, 2-1 победа над Русал и 1-3 единственное поражение сегодня от Комуса. И Inline, если набирает сейчас 3 очка, то гарантирует себе серебро наших соревнований. Тогда получится Комус первый, Inline второй, третий пока неизвестно. Сейчас будет находиться Русал, но их может потеснить Московский кредитный банк, если хотя бы в одной встрече одержит победу. У Зарубежнефти дела стоят довольно неплохо во втором дивизионе. Первое место в нем, пока в промежуточной турнирной таблице. 3 матча остается до финиша. Ближайшим преследователем был РТРС, но не смог обогнать Зарубежнефть. РТРС все свои матчи отыграл. Ну, теоретические шансы еще на лидерство имеет и Нордеа, и Метлайф, и Сбербанк страхования. Тем более, что, в принципе, они будут играть между собой. Так что для дополнительного спокойствия Зарубежнефти нужно сейчас одерживать победу. И первая строчка во втором дивизионе в текущем первенстве отправляет команду в кубке тоже в первый дивизион. С лидирующей тройкой из дивизиона номер один в чемпионате. Забрался на голову Мамедова. Зарубежнефть сегодня Мадьярова нету в составе у команды, поэтому будет непросто. Главой нефтяников. А мяч остался в поле. И здесь продолжится атака. Почти все время играет без мяча Inline, но таким образом удалось переиграть РТРС со счетом 3-0. Так что, в принципе, это можно назвать победной тактикой. От обороны строго на контратаках, без особого риска. Если идет атака, то пара человек всегда остается за линией мяча. И еще один удар. Добивание мимо теперь. Количество ударов у Зарубежнефти, конечно, колоссально. Inline берет тайм-аут, потому что так жить нельзя.
падение штрафное, но случилось оно в любом случае до удара, поэтому здесь говорить с арбитром было, что нечего. Среди линии штрафную играет. Мамедов набирает ход. Роняет мяч за рубеж, нет. Все получается у Зарубежнефти. В этом матче мячом владеют, бьют. Бьют опасно, прицельно, с разных дистанций. Ну, видимо, пока не хватает немного удачи. Просто еще не пришло их время. И победа Зарубежнефти гарантирует первенство во втором дивизионе. Три в два, может выходить инлайн. Вратарь снова бросает чужую штрафную. Вообще мяч в центре поля не задерживается. Там долго атаку не готовят. Сразу переходят на чужую половину поля. Можно засчитать как очередной удар. Фол у инлайна. Первое нарушение правил. Удар в стиле Ибрагимовича. Чуть-чуть не получилось. Не в ту сторону полетел мяч. Полетел просто в противоположную. И здесь уже очень близко к голу. Заканчивается первый тайм без забитых голов. Поехали!
При счете 0-0 начинается второй тайм в матче инлайн-групп из Рубежнефть. Первый нас порадовал большим количеством голевых моментов, в основном в исполнении из Рубежнефти. Ну, ждем мы, конечно, уже голы. Три в три, у нефтяников шанс появляется. Очень много в этом матче диагональных переводов через второй этаж. Дальних навесов. Редкий случай, когда Зарубежнефть начинает атаку со своей половины. Втягивают для себя соперника. Ну, долго не стали этим заниматься. Довольно быстро сделали передачу вперед. С арбитром. Классные забросы инлайна. Хорошо, что вратарь располагался прямо по центру. Отбор за Рубежнефтью. Может быть, стоило им периодически в атаке брать паузу, чтобы все успевали расставиться по своим позициям. Мамедов то ли делал скидку головой, то ли бил поворотом. Нам останется только гадать. Останавливают Мамедова. И
Будет гол. Нет. Может быть позже. Неважно, держится мяч в игре, особенно с началом второго тайма. Ну, великое желание забить. Игроки особо не смотрят, что происходит на поле, просто стараются постоянно посылать мяч вперед. Тайм-аут берет зарубежный. Угловой зарубеж нефти. После выхода с тайм-аута пытается высоко прессинговать инлайн-групп. Удар чуть выше. Мамедов. Отличный шанс у него сейчас был. Мог просто развернуться, поднять голову, смотреть, где находится вратарь, где находятся партнеры. Но решил сделать передачу в пятку. Перевод хороший с одного фланга на другой. Тайм-аут. Тайм-аут взят не будет, потому что инлайн уже брал тайм-аут.
Да, попросил тренер, но не прошло. Смотрим внимательно. Сереж, ну что ты стоишь? Как я тебе дам? Десять секунд до конца. Можно пробить. Убежали защитники. Мне показалось, что все-таки было нарушение. Прошла передача по флангу, а был свободный 13-й номер. Мог стать несчастливым для инлайн групп. Четыре секунды. И угловой зарубеж нефти сейчас мы увидим. Время есть как раз на передачу и удар. Остается только отсюда бить. Все. Финальный свисток. 0-0. Игра была равна.